Всем привет! Сегодня я готовлю бутерброды со шпротами. И для этого мне понадобится багет, обжаренный с двух сторон, шпроты, отварные яйца, натертые на крупной терке, сыр натертый и несколько зубчиков чеснока. Все, сыр, яйца и чеснок заправляем майонезом. Все это тщательно перемешиваем. Батон был более ароматный, во время жарки в растительное масло добавьте несколько зубчиков чеснока. И теперь берем кусочек батона и смазываем получившейся массой нашей яично-сырной. И теперь поверх бутерброда выкладываем по шпротине. И теперь на каждый бутерброд положим по огурчику или по ломтику помидорки. Можно использовать соленый огурчик, можно использовать свежий огурчик. Просто и очень вкусно. Приятного аппетита и до скорой встречи. Пока-пока.